Сознание самого механизма и звукоизвлечения любых звуков речи, если вы начнете, если это изучить, как бы вот понять эту прозу, чем мы говорим, то тогда, расчленив это, можно передать саму механику ребенку, уже если вы этим сами владеете. То, что я заметила при вхождении в контакт с детьми, потому что, значит, я заметила, что существует уже голос и звук голоса и матери. Любой звук, не связанный со словом. Музыка, она состоит из звуков, она не может вообще быть, это не мелодия, это не, то есть это как христианское, то есть не культурные какие-то вещи искать, да, мелодии, там, я напеваю что-то или что-то похожее, какие-то миметизмы с тем известным симфонией, просто звук, потому что звук вообще создал мир, потому что если уже говорить об Берешит, то первое, сначала через звук это было. Знаете, есть была целая серия французских этих сербургские зонтики, там эти другие, эти, как называется по-русски? Да, но это как голливудский, это мюзикл называется. Но как принцип мюзикла, это то есть при общении с ребенком, но это опять же относится к тому, что изобретать внутри в себе, да, как бы трансформировать смысл в звучание. И через звучание он как бы... Ты же знаешь, что это так. Безусловно, мы как раз сейчас в центре, да. Вы все проходили с нами эти практики, когда мы вас просим, обращайтесь к ребенку пением, да? То есть, привет, Роман, как твои дела? Роман, что ты будешь делать? Нравится? Поедешь ли ты на море? А будешь ли ты там плавать? Отлично, расскажешь мне потом. Хорошо. Или нет? Или нет? Сабина говорит, что она говорит, что вы не бойтесь, потому что это очень сложно поднять голос, потому что Ирена профессионал, для нее она так это поет, у нее культурное как бы пение. А если вы можете себе представить, как бы, но нужно не бояться перешагнуть этот шаг и не пытаться кому-то понравится спеть. И та мелодия, которую вы изобретаете, вот, или рождается, она отрезает смысл, и она облегчает вербальные взаимоотношения с ребенком. Он как бы ни смыслами не существует. Тогда c'est-à-dire que ça peut être plus du tout la relation d'une langue nationale. Потому что меня больше всего беспокоит именно вопрос национальных языков, потому что каждый ребенок как бы структурирован национальным языком, и я здесь полно таких, которые... Вот она, у нее родители, значит, там русская с израильтянкой и так далее. А с ней они по-английски говорят, значит, это украинка, она говорит по-итальянски со своим ребенком. Да. Это говорит, и они только это признают. Из Германии ребенок воспитался в Германии, с ним только по-немецки может. А если вы начинаете... А как вы будете с другим ребенком общаться, если вы не знаете немецкий язык? Что будете делать? Видите, надо... И кроме того, как бы... Я вас люблю. То есть, je vous aime, это по-французски. На языке глухонемых.
Ну, вы же так не говорите, живу земпо, вот на вашем языке глухонемых, или там на не знаю, на какой, на русском языке глухонемых, они так не скажут. Даже язык глухонемых имеет национальные особенности. Потому что они говорят там красный, там они говорят там, это, розовый, еще что-то. Я сейчас изучаю как раз. А почему так, а не иначе? Понимаете? Хотя могла бы быть, мог бы быть универсальный язык, а он не является универсальным. Потому что они говорят там, ну а в этом типа сахтенджестик. Вот здесь два очень важных момента. Первый, мы еще раз подчеркнем. Не надо быть великими певцами, музыкантами, художниками или еще чем-то. Это наша с вами работа вообще не про это. То есть то, когда вы пропеваете, это просто вокализация слова. Да? То есть вы можете говорить на распев, и это уже прекрасно. У ребенка другое восприятие за счет этого вашей речи и акцент на том, что происходит вообще, откуда звук. У него происходит концентрация внимания. И поскольку зеркальные нейроны работают всегда, он будет перенимать это. И это запускает вот эти вот механизмы, которые мы хотим, да, речевые механизмы, когда ребенок не разговаривает, и вдруг он начинает разговаривать, потому что вы с ним поете. На наших занятиях вы видели вот эти инсайты, что происходит с ребенком, каково его удивление, выход его собственной за рамки, потому что ему учитель-преподаватель, я музыкальный терапевт, начинает петь. Не говорить «возьми палочку, сыграй это», а просто петь и общаться в этом пении. То есть ребенок выходит за рамки того, где он был, то есть это закрытый его мир собственный, он выходит и перешагивает в какой-то другой, более обширный, более интересный ему мир. И второй очень важный момент – послушайте, как вы говорите. Если вы говорите очень тихо, с сжатыми зубами, ваш ребенок фактически не будет говорить, ему неоткуда брать модель. Если вы говорите четко, ясно, там, с хорошим настроением, приподнятым тонусом мышц, ребенок будет это повторять. Вот тут тоже обратите внимание, как Камиль говорит, работайте с собой, друзья. Да, да. Я бы еще добавил, обратить внимание на то, что вы говорите, потому что это как музыкальный инструмент, потому что неважно, на чем ты играешь, более-менее важно, как играешь, но самое главное, что ты играешь, то есть как бы что в нем создается. А потому же, кроме того, у них память как бы человека, она же пошаговая. То есть, чтобы сразу усвоить какую-то очень длинную информацию, она до 8 можно ее довести, там, например, основа музыкальная и танцевальная основа – это восьмерка, жбан-дю-витамфет. И восьмерка – это как бы умножение там, единицы на себя, еще раз на себя и еще раз на себя. Это тройственность умножения. Понимаете? Единство, разделение, разделение дважды взятое – это 4, еще раз дважды взятое – это 8. Все. Дальше этого он не воспринимает. Потому что для этого возникает новая структура. Поэтому… Как бы, может быть, есть смысл укорачивать, то есть понимать, что это то, что в музыке профессионально называется, суть музыки – это диастематичность, то есть это интервальность. Это, из этого возник контрапункт, из этого возникло двухголосное пение и вообще все. Потому что какой шаг отсюда туда – все, это самое важное. Концентрироваться на настоящем, не на какой-то абстрактной конце произведения, которое где-то… Закончить. Самое главное – это с чего начать. То есть есть три уровня, как бы принципиальные, как бы главное это и основное. Да, принципиально это принципио, это начало, главное это голова, то есть как она движется, куда, а основное это на чем это движется, правильно? Да. Бас. Да, да. И тот же самый принцип тройственного, опять же, чтения, например, потому что если вы… Да, кстати, тот же самый Гуржев, он предлагал, он говорил, надо читать мои книги, один раз вы прочитали так просто, просто вы ознакомились с текстом, потом вы возвращаетесь к этому тексту, но как будто вы хотите его кому-то рассказать, да. А третий раз вы уже начинаете анализировать, тогда вы начинаете понимать, что происходит. Методики, да, и работы с детьми, они держатся на каких-то повторах. Но каждый раз это повтор, как вот струна, которую нельзя воспроизвести одинаково, каждый раз мы… все равно добиваемся какого-то нового эффекта. С одного раза ребенок просто не обратит внимания, с другого, может быть, внимательно на вас посмотрит, с третьего раза захочет сделать это с вами.
Да, это как раз. И никто никогда не знает, с какого раза это будет у ребенка. И ожидать, что это будет с первого раза, просто невозможно и не нужно. Это нету никогда ни у кого, даже у бедных системных детей, которые ходят в музыкальную школу и сдают экзамены. Вот. Не, ну просто им делают, у них нотации, как бы им говорят, ты получил такую-то там отметку. Им делают система отметки. А система школы... Тигранчик, здравствуй, вот, дорогой. Вот тигранчик, отметки. Система школы, против которой эти дети существуют, потому что они существуют вне системы. И против нее возникает система новой школы, которая говорит, что школа должна быть для всех. Потому что другая, обычная школа, она... является моделью как бы выигрывающего, вот, как бы отсева худших и подъема как бы наверх лучших, то есть лучшие модели не критические. А я предлагаю вот как раз об игре. Игра с этими детьми, она беспроигрышная, то есть нету понятия проигрыша. Они не проиграли, вы не думаете, что они, вот, ну, им надо научиться как бы гигиене, вот, каким-то самообслуживанию, это самое важное, я думаю, вот именно физически. Да. А вот в ментальном отношении они не проигрываются, потому что это может быть только выигрышное, то есть это игра на, вот это называется, как сказать, это уровни побед, вот в этой арифмомахии существует такое понятие, вот им, у них есть уровни побед. Вот состояние Тиграна как данность. Мы не смотрим на это как конец всего, вот это только так. Нет. Мы всегда смотрим на Тиграна, да, Тигран? Смотрим и думаем, о, у парня вот такой потенциал. Начинал Тигран с того, что он всегда сидел только на диване. Прошли какое-то время, неделя, две. Тигран уже и танцует, и поет, и стучит на барабанах. Почему? Потому что каждый раз у него была своя собственная победа. Первый раз, когда он перестал сидеть на диване, а поднялся к нам, когда мы играли на бубнах, это была его победа. Мы это отметили. Мы пожали друг другу после занятия руки. Мы создали этот ритуал благодарения друг друга за проведенное время, за контакт. Это всегда в контакте вот это благодарение. И Тигран это для себя, собственно, отметил. О, это было интересно, мне понравилось, буду еще так делать. Следующий этап, да, Тиграна был какой? А инструменты же есть. Есть же перкуссия, его любимые маракасы или шейкеры, с которыми он может играть. И это была точка, мы эту победу отметили дружно с родителями, с Тиграном. Да, Тигран? Мы отмечали с тобой, мы говорили, что это здорово. И... можно, если ты не против. Вот мы сейчас... Тигран сейчас, мы с ним поработали с этим шариком. Да. Шариком, вот мы и мы сейчас вот как раз и непосредственно, как это работает. Тигран видел, как Камиль играет. Тигран, может быть, и не играл с ним, но он видел. И поэтому он включается, понимаете? То есть он пришел со всеми, поздоровался и пошел туда, где ему интересно. Интересно ему с инструментом. Это шарик Боля, который как раз каждый должен был быть рекомендован был каждой беременной женщине, потому что тогда ребенок рождается с постоянно небесным звоном, потому что дети эти, вот дети колокольчики, Тигран, они хочешь все со мной? Совершенно давай другие, поиграем. Я ни одного аутиста среди них не видел, но их продают. Да-да-да, но просто это китайские, да. Они бывают разных качеств и так далее, но это очень важно, потому что ребенок потом... Он постоянно находится, как бы у него нету этого, что у него же восприятие же через водную среду, у него увеличивается, то есть как бы у него отсутствие высоких частот, например, он слышит, как будто голову в воду окуните в животе у матери. И у него же там, во-первых, процесс формирования мозга начинается. А это как бы его личный звук. К тому же он алеатуарный, то есть он зависит от свободной, от передвижения своей матери, то есть он как бы его тоже воспитывает его потенциальное равновесие, потому что мы же как бы часть проводим лежа, часть проводим стоя, где-то ходим, где-то садимся, где-то эти все вещи как бы кажутся банальными, а для ребенка вот не, как бы не владеющего этим всем, ему трудно, любое. Понять, там сказать сесть, он может автоматически сделать, но у него нет понятия. А такая вещь, как структурирование через звук, оно может
Нет, я уверен, что... Потому что она работает как нахождение контакта со своим телом. Ну, конечно, да. И когда он обнаруживает свое тело, да. Это позвоночник. Во-первых, ему нравится этот контакт, во-вторых, он начинает пользоваться этим контактом. А ему нравится, это допамин, возникают допамины, и они же начинаются, это нейрон как бы блаженства, понимаете, он у него вдруг начинает... И мы вот в этот момент мы начинаем видеть у ребенка осознанный, умный, красивый взгляд его души. Когда он на вас смотрит, и вы понимаете, вот все началось. Когда мы с Камилем сейчас создавали вот эту квинту волшебную, вот мы обратили внимание, кто-то смог запеть, кто-то так и не смог, но это только временно. Да. Хорошо. Есть еще очень важные моменты, связанные... У родителей были такие вопросы. Вот речь, да, вот это речевое звучание, и его как бы нету. И родители говорят... Ну вот у него с дыханием, да, то есть почему опять-таки мы поем с ребенком, потому что это возможность певческого дыхания, создание певческого дыхания, которое переходит в речевое. Если говорить с точки зрения анатомии, у нас есть нос, мы вдыхаем, воздух попадает в легкие, у нас есть диафрагма, мышца, которая качает эти легкие, чтобы они расширялись, сужались, воздух набирался в автоматическом режиме. Но у некоторых детей разные процессы. Поэтому мы не можем с ними вот сесть и заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы развить эту диафрагму, и чтобы именно так воздух шел, а потом так рот открылся, и вот только тогда будет звук и речь. Нет, мы не будем так делать. То, что мы с ними поем, это как наша игра, это как наше общение с ними, это вот какой-то наш вот такой мир. Он волшебный, как вы говорите, кабинет волшебства. Он волшебный, он сказочный, он интересный мир, где мы просто вот общаемся через пение, через музыку. Если мы научаемся пропевать, даже на уровне гласных, мы пропеваем а, о, э, и, у. В разных языках разные гласные, но больше, меньше они похожи. То ребенок учится после этого хотя бы их вокализировать, потом он учится какие-то создавать слоги, мини-конструкции, после чего у него возникают слова, и из этих слов уже создается речь. То есть у него тоже есть свои этапы у ребенка, и вот тут вот, ну, вот советы. Пойте с ребенком, обращайтесь к нему голосом, пробуйте и просите, чтобы он вам также отвечал. Скорее всего, он так и будет делать, потому что он будет настроен уже на эту волну. И через пропевание любых гласных, например, мы на доске, да, при этом можем рисовать или там на рисунке на листе. И это не буквы, это просто рисунок интуитивный. Но если ребенок с вами это делает, то у него начнется вот этот процесс говорения, потому что оно завязывается на много каналов сразу. Я согласен. Я бы пошел еще дальше даже в этом давайте, плане, потому что как бы существует это каре вокалик, это Штокхаузен использует каре вокалик. То есть как бы у них это доступ человека как бы к своему собственному подразделению именно гармоническому, потому что у оно как бы гласное является самым низким количеством формант, а и самых высших. И значит, и слоги возникают именно на дифтонгах, потому что как бы я бы пошел еще дальше по пропеванию там а, потому что дети очень хорошо реагируют на какие-то там ва-ва-ва-я-я-я-я, ой-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 ой. То есть как бы то, что использует современная музыка, какие-то немцы, вот что Карл-Ханс Штокхаузен такую музыку писал. То есть насчет, вдруг они начинают открывать через возникновение именно трансформацию от одной гласной к другой гласной. Я думаю, что здесь есть точка зарождения. Тогда они начинают понимать, что есть высокие, то есть интуитивно исполнять то, что мы... То есть как бы начинают говорить прозы по Мольеру, знаете, когда они не знают, что они говорят прозы, а оказывается, говорят прозы. Есть еще вещи, которыми мы можем помочь нашим детям. Когда они начинают говорить, вот мы с ними поем, они с вами поют, помогайте им мышцы, чтобы мышцы работали. Не у всех детей они работают сами по себе. Помогайте им, раздвигайте их челюсть.
чтобы они двигали. Это могут быть просто игра там. Ну вот, то она должна двигаться. Что ж, да? Я правильно ощущаю? Нет, просто у нас тогда, мы же люди. Просто надо лингвистикой заниматься, тогда они поймут сразу все. Надо себя образовывать. Потому что человек у него, он же боковой, у него есть передние там согласные, средние согласные, задние согласные, придыхательные, там, лабиальные, эти, другие. То есть сознание самого механизма звукоизвлечения любых звуков речи, если вы начнете, если это изучить, как бы вот, понять эту прозу, чем мы говорим, то тогда, расчленив это, можно передать саму механику ребенку, уже если вы этим сами владеете. Если сами владеете. Да, потому что если человек не как бы, а что бы такое, потому что что-то такое, вообще искусство требует точности, абсолютной точности. Это вот в этом плане математика, понимаете? Математика, дойти до интегрального или до функционирования там, и так далее, можно только начав с первого уровня, один, понимаете? Там нету один, нету один, два, три, четыре, вот четырограмма, да, имя Божие, как бы. Остального не может быть, его не будет просто. Поэтому надо как бы все эти азы пересмотреть, и тогда, может быть, с детьми можно найти какой-то новый, выйти на новый уровень. Потому что все равно же это же вот то, что она назвала слово вейкюля, то есть как бы, это как бы, я хочу на этом закончить. Знаете, это... Там вот этот Ганеша такой есть, бог индийский, со слоновой головой, его там Шива, там потрясающая жуткая история, но он, значит, он ходит, скачет на мыши. Да. А мышь — это его как бы двигательные, как бы, ну это его движущие, как называется, двигательные средства, транспорт. Это его транспорт, да. Вот. Но дело в том, что вот просто, понимаете, наше тело — это наш транспорт. Просто я думаю, что вот так вот воспринять это. И поскольку вы как бы отделились от нашего транспорта там, от другой, вот вы создали, то есть родились дети, значит, они, то есть все, что в нем происходит, это то же самое проблемы транспортные, понимаете? То есть как бы его воспринять. Может быть, в этом тоже есть один из ключей. Потому что самый главный момент именно это не только сознание подразделения этих, а именно... Трансформация от одного к другому, да, вот как от гласной к другой гласной. Переход и вот. Процесс осознания, да, того, что это процесс, самый и что он бесконечный всегда. Mm-hmm. Давайте поблагодарим наших прекрасных гостей, Камиль и Сабину. Спасибо. Благодарим вас. Что вы нас даете каждый раз такую большую аудиторию, если вдруг что-то увидите. Спасибо большое.